Любимая? Это как? Знаете, какая она? Атулы. Подборка кадров, что? Конечно, конечно. Смотрите на всех у вас. Отдел кадров хорошо работает. И вот ресурс. Вот они в ашанах там в Индии утром и вечером всегда молитвы. Я имею в виду песнопения. Почему? Потому что, особенно вечером хорошо, когда Булуама Вашами, вот эта, которая обнимает, она как мать божественность, то она говорит, что мы сейчас, это правда, вот что вы сказали, Ганька, что мы очищаем эту вибрацию. Она говорит, что когда мы вот так вот поем, это... Она еще сказала нам вечером, мы говорили, что тяжело медитировать, потому что мыслей других людей много, потому что вечером все приходят домой после работы. Она говорит, ну если вы поете, то вы очищаете, вы как бы развиваете, вы не... Потому что мысли могут приходить к нам, но, может, ты, Саша, заметил, когда ты поешь, повторяешь, Господи, Господи, Иисусе Христе, кажется, но мысли не работают в этом, правда? В это время ты просто от себя поешь, вроде бы, Господи, Господи, но тем не менее ты ощущаешь, что мысли не работают. Она просто вот... То есть мы сейчас что сделали? Ум... Опять молитвы. Еще у нас есть божественное. Давай Белорусский. Давай быстро, да? Субрамания? Субрамания. Окей.
Значит, мы поем Субраманьям, Субраманьям, Шамаханата, Субраманьям, 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 Саината, Субраманьям. Потом Шива, 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 Субра. Это опять такая энергия, она, это Шива и Субраманьям, это она такая энергия, она более заводная, она такая, знаешь. Потому что они говорят, что три энергии есть, это сатвическая, раджасик и тамасик, то мы как бы гармонируем все время, знаешь, одну нужно держать такую. Поэтому Субраманьям она такая более заводная. Субраманьям, Субраманьям, Шамаханата, Субраманьям, 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 Шамаханата, Субраманьям. Шива Субраманьям, хара-хара-хара, Субраманьям, Шива-шива-шива-шива, Субраманьям, хара-хара-хара, Субраманьям, Шива-шива-шива-шива, Субраманьям, хара-хара-хара, Субраманьям, Шива-шива-шива-шива, Субраманьям, хара-хара-хара, Субраманьям, Шива-шива, хара-хара, Субраманьям, хара-хара, Шива-шива, Субраманьям, Шива-шива, хара-хара, Субраманьям, хара-хара, Шива-шива, Субраманьям, Шива-шива, хара-хара, Субраманьям. Делали фотографии на небе прямо образ этого Богородицы. Мармура 2 часа отсюда езды. Это Мармора. Do you know about this? That where Blessed Mary appeared? Мармора. Yeah, мы ездили группой. We went there with the group, with the Russian group before. We sang together and we went there. And there's a pictures where she actually, like on the sky. And there's a pictures of people when they pray, like light here in the heart. Like there's so many pictures and the miracles and people actually... Photos, yeah. Yeah. So this, there are photos everywhere, though you can see, you know, there's a lot of people praying there and coming together, and she gives the same message, like, be as a brothers and sisters, love each other, you know, the same thing. Well, what is there, the church, cathedral, or...? No, it's just, the story is that she appears in Medjugorje in Yugoslavia, seven children see her, and now there's a Catholic church already, and there's a TV, everything, they, you know, like, children actually staying praying like this, and they see other reality here, say, this is Blessed Mary, this is Jesus Christ, he's here, in this reality. Yeah, and they say that they don't see this reality at that moment, but they see only this reality, other reality. Oh. And then She gives messages to the whole world through them. And there is on YouTube, you can see in Medjugorje, and you can see when she appears, because they sing a song in Yugoslavia, you know, like we sing, like they sing something. And then suddenly one girl stay like this and praying, and she appears. And you can see, remember the face of this girl, just like, you know, it's like, that's it. And then and she gives message to everybody. And when she leaves, this sometimes they cry, but they say, we have to overcome this because she lives and that blessing lives, you know, but she appears. Раз, два, три, мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом.